и западнее Воронежа пересели отступление против немецко-фашистских групп. Наступление началось с трех направлений. Северо, востока и с юга. Утро перед наступлением. Последний раз разведчики направились к переднему краю немцев, уточняя данные о расположении противника. Передний край немецкой обороны. Ударные группы оттягивались к исходному девайсу. Атака назначена на 8 часов утра. Осталось 5 минут. Лаборант Гонконгский. Генерал-полковник, товарищ Шрайдер. Генерал-майор Банковых войск, товарищ Светайков. Генерал-майор, товарищ Эдернан. Генерал-майор, товарищ Сандал. Thank you.
считаем тебя неприступными. Благодарю меня за честь. Брат покатил поработок, но сделает свой путь убитыми и бросанной тактикой. Поворотом потянулись новые границы плана. Ударные танковые группы преследовали противников в направлении Чапторна. Повторно. Подъехали на группу и еще теснее взялась конца наших войск вокруг вражеской наградки. Наших бойцов. Порода выступления они
Самая быстрая военная дорога. На запад герои! Вперед, боевые друзья!